Всем привет! Всем привет! Мы вместе со Светланой продолжаем играть в Children of Morta. И у нас появился новый перс, Марк. Кем я сейчас и поиграю. Ну и продолжим. Так, остановились мы как раз на новом персонаже. Марк. Вдумчивый, целеустремленный, внимательный Марк рано понял, что во внешнем мире ответов на все вопросы ему не найти. Тогда он сосредоточился на мире внутреннем. Мэри часто рассказывает историю о том, как он потерялся в лесу, и говорит, что этот эпизод стал поворотным в его решении пойти в монахи. Будучи подростком, Марк вместе с отцом Джоном и сестрой Линдой пошел на охоту. Вепрь напал на отца и ранил его, и Марк погнался за зверем, чтобы его прикончить. Преследуя вепря, он сбился с пути и упал во враг. Его нашел и выходил монах, который рассказал ему о жизни в гармонии с природой. Спустя несколько дней Марк вернулся к умирающим от беспокойства родным и стал новым человеком. Он отказался брать в руки оружие и есть мясо животных. Этого принципа он, несмотря на неодобрение отца, придерживался много лет. Повзрослев, он заинтересовался занятиями бабушки, в частности древними языками и знахарством. Уже молодым мужчиной он вновь повстречал монаха, который спас ему жизнь много лет назад, и на этот раз сам решил надеть власяницу. Хотя родители были против, Маргарет убедила их в правильности его решения и лично проводила Марка в лесной монастырь. За годы, проведенные в монастыре, он обучился боевым искусствам и медитации. Даже за стенами монастыря, рядом с родными, он продолжает скучать по спокойствию и медитации под сенью древних деревьев. Так, вот и новый персонаж Марк. Как вы уже поняли, монах как кунфуист. Сейчас как раз и мы поиграем. Да, потерянные рвы. 2 из 3. Да. Да. Так. Светлана, как всегда, Линда. Я же начну Марком. Марк автоматически нацеливается на ближайших врагов и бросается на них при атаке. Выбранная цель отмечается значком под ней. Чтобы продолжить, нажмите А. Так, автоматически, значит. Хуя-муня! Хуя муня! Да, нам вниз. Ты смотри. Пока не бери колбочку здоровья. Ха-ха.
Так. Опа, руны уже стали падать. Возьми руну. А вон валяется, забирай. На Б, ага. Основная атака стрелами поджигает врагов. Круто. Опа, смотри, как быстро повысился. Колбочку забрали. Погодь. Стоп. Основные атаки пополняют шкалу брони Марка. Атаки врагов наносят меньше урона, но истощают шкалу брони. Угу, любопытно. Марк взмахивает волшебным кнутом, оглушая и хватая любого врага перед собой. Это пассивное умение, а это использовать на Y. Давайте сначала вот это сделаем. Погнали. Так. Давай сначала вправо. О, лянь, у тебя огненные стрелы, класс. Can the body endure the mind's может ли тело выдержать игру разума? От, сука. Жаль. Все, погнали. Подожди, пойдем вверх. А там он сам есть самоцвет использовать, я вижу. Вот сюда, у тебя есть, открывай. Умничка. Загребаем. Мне, мне! Так, а ну. Опа. У меня теперь тоже есть самоцвет. А ну еще раз надо посмотреть. Ага. Сейчас мы отшлепаем этих скелетов. Смотри, шипы. Аккуратно. Ага. Ярость. Сильный враг. Финти. И желательно его оглушить. Смотри, он обсыкается возле нас, текай. Ах ты, блин, а? Руну забирай. Забирай руну, я пока не могу пользоваться. Могу? Окей. Вызванная карающим кнутом оглушение. О, как раз руна для меня. Ясно, тут есть руны для разных персонажей. Именно для классов. Круто. Вот так. Теперь кнут оглушает. Можно, можно, да. Не, сначала... А, ну давай, да, да, да. Так, а что там? Подожди, иди сюда. Что тут мигает? Опа. Фу, не забрали. Критическое крещение Линды. Угу. Все.
Пойдем, теперь можно на кнопочку. Ага. Так, стоп. Увеличит количество получаемой морвы. Ой, класс. Это баблишка. Местная валюта Children of Morta. Потерянные рвы, 2 из 3. Ага. Вот, видала? Черепки эти можно разбивать. И даже можно хпшку найти. Аккуратно. Гребем. Все же плохо лежит. Опа! Отлично. Оглушил. Ага, сильные враги, херяч. Со всех пушек. О, повысился. Сейчас глянем, что там. Основная атака наносит тем больше урона, чем дальше находится цель. Бери. А вот руна. Не можешь, да? Ладно. Я ничего не пробовала, что не могу. А вот еще руна. Линда использует взрывной крыщ. Можешь, посмотри? Нет, не можешь. Так, Линда использует взрывное крещение, соответственно, так у нас крит урон. Так, все, пусть лежит. Здесь что там у нас? Жало на бич толпы. Не надо. Пойдем. Сейчас. А, ну я сейчас, давай, я сейчас как раз пока повышусь. Так, навыки. Марк взмахивает волшебным кнутом, оглушая и хватая любого врага перед собой. Но это я сделал. Вот. Основные атаки пополняют шкалу брони. Класс. Атаки врагов наносят меньше урона, но истощают шкалу брони. Класс, класс, класс. Делаем. Так, теперь надо по 2 везде, да? Угу. Основные атаки пополняют шкалу, ну это мы... Ясно. Запустила, не? Ага, все, погнали. Так, погнали. Что это? Да. Опа! О, как у него теперь... Вот так, прелесть. Так, где броня? Ага. О, еще один король. Я его сейчас глушану. А ты что? Полдня замах. Опа. Ага. Яс. Ага, стреляй. Малыш, лежать. Сейчас не брать, ну ладно. Нормально. Угу. Так.
Так, дерево и гвозди. Это последнее, что я смог сделать для волчонка. Так, а теперь мы сделаем и домик для волчонка. Прекрасно. Идем. Нам на низ. Там сюда. А на низ. Мы там не побывали. Опа. Чучело вылезло. Опа, что это? Получаем опыт, неплохо. A compensation bestowed by the gods. Неплохо. Защитник, который дает броню и время от времени поглощает весь урон. Погнали. О! Ты не запускала? Нет. Так, давай, сейчас пока у меня опыт, надо еще мотаться. Погнали. А ну секундочку. Ку-ку. Поехали. Опа. Опять повысился. Остановись на секунду. Иди сюда. Надо два. Поехали. Так. Сюда. Опа, 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 опа. Волосы у Бергсона встали дыбом от зловещих звуков нечестивого ритуала. Что бы это ни было, ничего хорошего оно не предвещало. Вызывают матюкливого гнома. Так. Киряч. Не, я не иду, я смотрю. Добро пожаловать. Поприветствую. Так, у меня отличные товары. На кровь не обращай внимания. Ага, хорошо. Где скидка? Мне-то что ж там покупателей мало. Эти же спас. Погнали, пока прогуляемся, где еще не были. Дальше. Вниз, вниз нам, да, и еще. Вот. О,
Есть где разгуляться. Ага. Вот так. Ну смотри, как они быстро очнулись. А, блядь. Кунг-фуист рядом. Источник скверны. Вот что занимало мысли бабули в последнее время. На все расспросы бабуля отвечала только одно – горный бог. Спасибо, бабуль. То есть там вниз? Да, а потом туда потом, именно, да, в ту дверь. То по сюжету. Да. Совершенно верно. Угу. Темный шаман. Враг сильный. Чё это? Гармонический удар мгновенно восстанавливает. Сейчас. Как там? Не надо, не надо. Чё ты там хочешь посмотреть? Погнали. Ну как посмотреть, что это? А, то там не столь важно, пойдем. Ничего критического. Ну, давай. Вон она внизу. А, я тут мог подходить. Я не вижу. Я вот за тебя стою. Я понимаю, только на херах. Если ты хочешь что-то увидеть, продвинься немножко. Ух ты. Если урон врагам поблизости. Ну такое. Обыщем. Опа. Божественный предмет. Уворачиваясь от удара, вы оглушаете задетых врагов. Смотри, уже 3 бафа. Неплохо. Опа. Вот так. Погнали. Благо мы шустрые. Ага, мы отсюда пришли. А все тут зачищено. Да. Погнали. Куда? Вверх, куда? Мы оттуда пришли. Откуда? Там тупик. Сверха мы пришли. Ну да, так здесь все. А, то есть нам теперь... Да, я поняла, в ту дверь. Что? Совершенно верно. О. Как видишь, нет. Так, сейчас пойду жизни куплю. Или может что-то интереснее будет. Сейчас гляну. И у тебя 2, кстати, есть. Можешь потом посмотреть. Так,
от вас случайным образом разлетаются молнии. Позволяет наносить двойной урон, когда здоровье. Так. Фигня. Да, ты только на себя жизнь берешь. Сейчас я возьму, да. И ты потом забираю все. Впереди купи ты. Ага. Да. Забирай все. Еще бери. Все, погнали. Вверх. А то жизнями совсем все. 3 из 3. Так, босс, скоро. Угу. Ясно. Вот так. Ух ты. Уворачиваюсь и глуши. Нормально. Ты скоро повысишься. Да. Ух ты. Нет. Тикаем, тикаем. Вот так, оглушили. А, вот так вот. Я теперь уворачиваюсь и глушу. Круто. Ага. Так, наверное, исцеляет. Сначала повоюем, потом заберем. Алтарь прекрасный. Ух ты, смотри, да. Подбирай. Не можешь, да? Ладно. Опа, сильный враг. Глушим. Такой большой обсыкается, а? Давай, исчезай. Так, я там внизу дверь открыла случайно. Открыла, хорошо, пойдем дальше. Наверху. Сейчас аккуратно. Подожди, там шипы обходим. Вот здесь. Неплохо. Ну, шипы куда? А. Золото забрать. Ясно. Так, смотрим, погодь. Скорость передвижения. Это тебе надо, ты лучница, бери. О, терпи, рядом, мотаешься. Погнали. Да. Опа. Да нет, не может быть. Гора богов теперь есть в разделе. Кодекса разные. Опа. Может оглушить врага. Круто. Все. Сейчас погодь, еще осмотрю. Все, пойдем теперь возьмем это исцеление. Да, сейчас на низ пойдем. Сюда сейчас. Опа, полностью жизни восстановлены и погнали. Прячу, вот так вот. Опа. Покидала. Заберем. Самоцветов нету. Кирячь его. Вот так вот. Так, я опять повысился. И ты сейчас, кстати, повысишься. Погодь, иди сюда. Ну там враги. Сейчас, иди повыше поднимись.
Тихо-тихо. Так. Вот, идет! Ну ничего страшного. Завалим. Все, подожди теперь. Так, 40% броня. Да, делаем. О, и открылась теперь вообще. Марк уговаривает членов семьи поработать над подвижностью. Шкала у ворота у всех заполняется быстрее. Класс. Погнали. Так, нам вниз можно и налево. Оглушаем всю банду. Так, ты повысила, сейчас тоже тебя сделаем. Все, лежи. Так. Вниз крестик нажми. Давай что-нибудь глянем у тебя. Так. Тебя, значит, один навычек. Ага, и уже смотри, что мы открыли. Ну да, это получают руны взрывного крещена для своих способностей. Да-да-да. Так, это тоже все. Ага, здесь везде надо два. Два. И здесь везде два. Угу. Все понятно, держи. Пока ничего не сделаем тебе. Ага, скорость. Держи. О, сильный враг. Сейчас его надо захерячить. Тикаем. 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 Да, блядь, какого хуя он там? Куда? Есть самоцвет, открываем. О! Пойдем. Куда идем сначала? Давай, наверное, на туда сходим, мне кажется. Погнали. А то потом, наверное, по сюжетке будет. Так, женская интуиция работает. Посмотрим. Ебать. Он меня грохнул. Да ладно. Прикинь? Прикидываю. Еще один торговец. О! Есть резон разбивать кувшины. Что там есть любопытного? Окей. Так, по нулям у нас пойдем. Можно и не смотреть ассортимент. Смотри, а вот он босс. На сюжет. Да. Так что мы сейчас идем налево, а потом вернемся. Все-таки женская интуиция не сработала. Сильный враг. Они умрут только как сильный враг ложится, и они сразу падают. Вот он, сильный враг. Застрял, бедолага. Вон, видишь, и они лягли. Классная вещь. Пам.
Так, давай дальше пойдем. Не, игруха, конечно, классная. Особенно вот так вот кооперативно с другом. Рекомендую. Особенно это редкость, когда именно кооперативная игра и с хорошим сюжетом. Это редкость большая. А так идти вперед кия-кия так в таких пачках. А пиздец. Сейчас поднимем. Буя-муя! Все. Шаулинский монах раскидал всех. Я сейчас заглушу его и приду за тобой. Хотя я его грохну. А, еще. Ой, я. Урок сделал именно и оглушил. Смотри, оп. Оп. Вот так теперь. И нема. Что, жить надоело? Лучше. Да блин, сколько вас тут. Шаулинский монах знает свое дело. Опа, два самоцвета. Так, стоп, повышает урон за максимальное здоровье. Это тебе надо, ты ж лучница. Бери. О. Пойдем сначала вверх сходим, да, наверное? Не были, вот здесь нет. О, пойдем, это испытание. Готово? Я думаю, да. Первая волна, поехали. О! Да пиздец какой-то, ну куда идти, если у меня жизни нет? Сейчас будет шаулинский монах разруливать. Ты смотри, бегают как я. Ай, попал. Тихо. Ух ты. Иди сюда. Так, ты пока подожди теперь, чувачок. Тебя надо глушануть. Прекрасно, прекрасно, спасибо. Так. Опа. Тотем, стреляющий по врагам вокруг себя. Класс. Погнали. И еще что-то там. При основной атаке выпускает 3 стрелы за раз. Убери, это руна для тебя. Как раз для босса. А ну стрельни, что 3 сразу будет. Ух ты. Ну, теперь мы сейчас изничтожим этого босса. Правда, вот... А, сейчас еще здоровье купим, да. Так, подожди. А, это ярость. Это нам не сильно надо. Все, все, тихо, тихо. Не трать, не трать, оно же не бесконечное. Оставь на босса. Не стреляй пока. А шо, мне стоять, смотреть? Ну там один раз стрельни и все. Направо пошли. Вниз, подожди, еще ж сюда.
Все. Все, теперь можем идти. Не дошли мы до босса с тремя стрелами. Как херня это полная. Погнали. Тут да? Пошли. Вниз нажми. О, любитель талисманов. Ходи. Да ж... Так а чё ты... А зачем стрелять? Ну, просто, а никого хочешь? Нету. Хочу и стреляю. Пойдем. Сейчас я еще у торговца здоровья куплю. Все, тебя нету, пойдем. Самоцветы, здесь дефицит. Так, ну что, Свете, готово? Можно было бы колбочку здоровья выдать, жадины. На сей раз перед героем кружил размытый ураган ненависти и злобы. Шо? Орёте, блядь? Словно одного свирепого чудовища было, перед героем возникло второе. Ну да, один это ж мало. Почему бы второе, да? Не явить нам. Ты смотри, не оглушить его. Вот гадство. Что, блядь? Да слушай, чё ты не удив... А! Тебя сейчас. Ты смотри, я не успеешь тебя воскресить. Исчезла и всё называется. Ай-яй-яй, так нахуй, может немножко поцелят мне хпшки, а? Так буду. Постараюсь аккуратнее играть. Орб выставлю. Да, чуть-чуть хпшки добавилось. Окей. Так. Блин, попал, гад. Текаем. Так, 44 хела, окей. Так, орб выставляем. Поехали. Бляха. Неплохо раздупляет. Добавляйся, вот, есть. Так, вот так теперь. Так, мы тебя сейчас... Текаем. Тактическое отступление. Есть. Одного хотя бы грохнуть, и уже будет легче. Намного, так. Текаем. Ой, блин, совсем печаль. А! Все, блин, опять попал, гад. Тихо, тихо. Вот так. Ты смотри, достает своим. Тягаем. Тягаем. Давайте. Ага. Давай, давай. Орб, давай перезаряжайся быстрее. Ва, ва. Оба. Хуя-муя! Так. Лови. Один лежит. Нет, он стоит. Смотри как. Пока второго не грохнешь, и тот не ляжет. Надо же так. На. О, лежит. Ага, прекрасно. Давай, давай. Давай. Ты смотри, а. Больно ж, наверное. Давай, удиви. А! Лови!
Не оглуши его, гада. Хуя-муя! Сейчас орбик еще. Держи. Для тебя. Бляха. Хуя-муя! С последним хриплым вздохом второе чудовище испустило дух. Несчастные жертвы скверны наконец обрели покой. Так, все. Заходим. Впереди тропа, которую предстоит очистить, и жемчужина жизни, которую нужно восстановить. Царство Знайдай, матери зверей и духа воды. Но прежде, чем отправляться в обитель духа, нужно предупредить семью о новом проходе. Тысяча 700 морвы, 9 самоцветов. Так, дерево и гвозди, и манускрипт проворства. Волчонку домик построить, да. Усилиться. Угу. Единокровные мертвы, и паломникам в пещерах больше ничего не угрожает. Но героям предстояло сделать последний шаг. Воины знали только, что где-то в глубине пещер раскинулись древние залы, в которых расскажет им, что происходит. Опа! Ни у одного волчонка не было и не будет такого дома, как тот, что строил Бен. Он уже строил. Он спросил Люси, какую кличку написать. Люси закричала в ответ: «Рыкуша! Волчонок Рыкуша!» Забавно. Бергсоны спасли волчонка. Разблокировано улучшение проворства. Ясно. При каждом удобном случае Марк читал книги о травах и мазях. Интерес к медицине он унаследовал от бабушки. Открывает руны для разных ячеек, повышает прочность рун. Ну, 1300. Увеличивает количество получаемой с врагов морвы. 120%. Да, думаю, мы это качнем. Здесь все-таки морва — это все. 2200. Наверное, надо подсобирать. Так. О, Бен уже выстроил. Смотри. Ничего себе домик у волчонка. О, глянь, тут теперь добавились такие. Окей. Угу. А, здесь, да, открылось? Да. Проворство. Повышает шанс Бергсона полностью уклониться от вражеской атаки. Угу. Ясно. Ну, это успеется. Сначала деньжат. Первую гостью Знайдаю искать следовало в темных глубинах пещер Кельдипа. Однако духам не просто покидать свои владения.
Царство Знайдай 33. Самые темные уголки пещерки Эльдипа, где Знайдая укрылась от мира. Ага, Знайдай — это дух так зовут, да? Окей. Dizzy, nauseated. Тошнота, слабость, лихорадка. Разум Бергсона пошатнулся от постоянного влияния скверны. Он почувствовал на себе ее губительные эффекты. Ого! Нажми Б. Что, ты Марка выбрала? Нет, я никого не выбирала. Я не могу нажать Б. Все, все, все. Также можно использовать загадочное яйцо, чтобы исцелить одного Бергсона от осквернения. Ничего себе, осквернение уже стало действовать и на наших героев. Вон, пока все здоровы, а именно Марк. Маг здоровый, минус 34%. Нормально? Снять осквернение. У нас 0 этих яиц. Ну, пока мисс будет бегать вот так вот. Так, 7, 8, Линда 11. Угу, хорошо. Давай, Кевин, 8 сделаем тебя. Так, на босса, пойдем с Семочкой неправильно. По-твоему, Кевин — это Семочка? Это ассасин! Привык монахом, теперь уже непривычно как-то. Ай-яй-яй. Мы только вышли, уже сильный враг. Интересно. Надо привыкнуть вновь Марком играть. Ой, Кевином. Я так и знал, что я сейчас буду пробегать, ты попадешь в цветок. Так, смотри, шипы. Пойдем. Подъем, Линда. Так, давай возьмем что-нибудь. Опа. Есть. Дальше. Есть. Сука. Ничего, вторая попытка будет все уже удачная. Оно использует тотем. Ну, короче, тотем замедляет врагов. Делай его почаще возле себя. Да, то, что тебе нужно. Чтоб к тебе никто не лез. Пойдем. Нет, нет, давай вниз. Вот сюда иди. О, стоп.
Да. Вот здесь мы не были. Руна исцеляет. Не бери. А, можно брать. Прекрасно. У меня есть одна. Золотишко. Все. Вверх. Ух ты, сильный враг. Во, вот это очень вовремя, действительно. Внизу лучники, давай грохнем сначала. Все. Есть самоцвет. Сейчас сходим вниз, потом активируем. Давай сейчас мы пока мотаемся, как раз бегаем туда быстро. Может, что интересное выпадет. Тут-тут, пойдем, вон на карте уже, я вижу. Опа. Еще золото, погнали. Откуда? Пойдем, Светик. Так, мы налево там не полностью прошли, да? Вроде... Нет, наверное. Не-не. Да, блядь, иди! Ух ты. Я... Дура. Не слушается прошмандовка, да? Опа! Ух ты, ёпсель! Меня подними. А вон я рядом. Выше. Текай! Ага! О, все, я жив, ес. Ну иди сюда. Все. Знаем мы твои уловки. Угу. Огонь перед собой выдыхать. Не получилось. Сразу босс? Нет. Переходим на вторую часть подземелья. Да, два с трех, видишь? Так. Опа.
Крит-удар, да, это как раз для ассасина. Ассасин теперь критует еще лучше. Нифига себе, ты че так буянишь? Что за летучие мыши пошли? Невменяемые. Бери руну. Неплохо. Я здесь, а ну вниз давай же сходим еще. Ага, ясно. У тебя самоцветик есть, сейчас откроем. Твоя руна. Бери. Ага, поджигает врагов теперь. Неплохо. Ух ты. Непорядок, надо восстановиться. Удачку, так, хпшечка. Оба. Текай. А, меня грохнул, блин. Текай. Вон, хпшка рядом лежит. Не надо меня воскрешать. Во. Текай и вали этого здоровяка. Да тут вон еще. Все, все, давай, давай. Игрик сделай. Вот так. Да, дальнобой. Не надо дальнобойного вали сначала. Во, теперь можешь поднимать. Неудержимая семейка. Достижение. Давай, открывай. Золотишко куча. О. Здесь Кевина раздупляют на раз. Тяжело Кевином здесь играть. Ты посмотри, а? У Марка броня есть, крутая вещь. А Кевин совсем голожопый. Бабуля, как и всегда, оказалась на месте. Хотя Бергсон еще даже не успел осмотреться. Те, кто близки к свету, получат ценный опыт. Мы очень близки. Так, мудрость разблокировали. Спасибо, бабуля. Мы где-то налево еще, там вроде не все смотрели. Нет, там все, карту смотрю. А, ну там вроде бы чекнопка была, сейчас глянем. А, нет, здесь все. А, вот. Куда? Иди сюда, сейчас я просто гляну. А, нет, мы отсюда пришли, пойдем. Направо надо. Сейчас нам можно вниз, а можно направо. Куда пойдем? О, сильный враг, давай, делай свою руну. Замедление, во. Блин, а. ЛБ еще финтани. Во. Блять, вот тут хуй. Блять, хуета это полная ехать. Я не могу их, а че экран не то самое, они переворачивают, не пере. Фу, блядь. Далеко от меня пиздец. Уйти нельзя. Ну класс, ехать, а их толпа, как я должна, блядь, с ними сражаться, ехать.
Если не повернуться толком, ни хера. Даже самые талантливые из нас совершают ошибки во время обучения. Разочарованная неудачами Люси пала духом. Она попробовала еще, на этот раз огонь подчинился ей. О нет, катастрофа была неминуема. К счастью, отец вмешался вовремя. Неужто Люси у нас будет огненный мах? Давай, давай, мы ждем. Я сейчас как раз пока гляну, что тут у нас. Так, Бергсоны, да? Угу, Марк пока и все на этом. Так, окей. Разные сведения. Гора богов. Милостью священных вод в землях Морты мне встретилась гора, на которой обитают четыре бога стихий. Местные жители говорят, что у каждого бога есть свой храм. Думаю, мне стоит подняться на эту гору и выказать почтение каждому из них. Последний раз я совершал паломничество к истокам рек, которые питают океан, много лет назад. Возможно, на этой горе, что служит домом четырем богам, я найду первоисточник океана и его богини. Наверное. Предметики. А, ну да, разные сведения только появились. Вот у нас только пещера. Нормально, предметы. Так, это божьи благодати, да? Так, это значит божьи благодати. Ага. Так, ясно, ясно. Это реликвии. Замедляющий врагов. Ага, ясно, это реликвии. Это обелиски. Ага, есть скорость, опыт, баблишка, стойкость, сила, крит удар, исцеляет и восстанавливает ярость. Ага, талисманы. Угу. Это то, что надо использовать стрелочкой. Талисманы — очень классная вещь. И руны. Ага, и руны. Все. У каждого свои руны. У каждого класса. У каждого члена семьи Бергсонов. Так, понятно. Угу. Дедушкины дневники. Караван пропал несколько дней. Так. Караван пропал несколько дней назад из-за близости пещеры. Короче, Дрейк не преминул напомнить мне о долге. Может, теперь он наконец забудет о том фиаско в пустых морях. Упаси меня, Рея, думать, что дерево не тонет в воде. Впрочем, я отвлекся. Утром мы продолжим поиски каравана. Полевой отчет Адама. Ага, дедушка — это Адам, да. Вечер. Дилайла присоединилась к нам с Дрейком в поисках, почти как в старые добрые времена Шайки. Мы нашли караван, но опоздали. Путешественники мертвы. Причина смерти неизвестна. Из всех отверстий сочится темная жижа. Хотим спросить совета у Знайдай. Полевой отчет от дама. Ясненько. Так, и документы пока нельзя. Угу. Хорошо. Так, теперь... баблишка еще чуть-чуть не хватает. Так, что у нас есть? Сразу надо знать. Так, значит, здесь броня. Так, это базовый урон, это точность. Это у нас скорость. И уклонение. Здесь повышает скорость, с которой Бергсон накапливает ярость. Ослабляет влияние всех атак, мешающих движению. И крит урон Бергсона. Так, понятно. Ага, и можно сразу переключиться на книгу Рэя. Здесь баблишка. Здесь открывает руны для разных ячеек. Повышает прочность рун. Угу. Усиливает эффекты святилищ. Угу. И вот мы открыли. Увеличивает количество опыта, получаемое за победу над врагами. Вот что действительно у нас в приоритете, слушай. Это денег побольше, количество получаемой морвы.
и увеличивает количество опыта, получаемое за победу над врагами, чтобы быстрее повышаться. Вот что нам нужно. Сейчас вот это на троечку сделаем и будем вот это делать. Так, а здесь что? Увеличивает вероятность получения самоцветов. Вот как. И дает вторую ячейку для божественных реликвий и сокращает их перезарядку. Все понятно. Я еще думал, есть ли вещь усиления, чтобы быстрее повышаться. Есть. Так, Линда у нас 11-й. Джон 8-й. Надо Кевину 8-й сделать, и буду спокойно играть Марком. Уравняю всех восьмых, сделаю. Понеслась. Царство знай дай. Смотри, вон кнопка уже есть. Опа, сильный враг уже. У нас уже по самоцвету есть. И опять сильный враг. Ничего себе. Зато смотри, как с него баблишка падает. Нормально. Ух ты. Сейчас я мага пойду грохну. Да-да-да. Пойдем сначала самоцвет возьмем вот сюда, только там шипы обойдем. Иди сюда. Угу. Мы оттуда как раз. Опа. Жители деревни воспевали Бергсонов своих стражей. С нами Марк. С нами и оставайся. Он ушел уединиться в тайную комнату, а мы его нашли. И он такой типа: «Хой, хой!» Спалился парень. Шипы. Блин, он что, с нами так и будет бегать? Это же круто. Опа. Слова прозвучали, несмотря на неровное дыхание. Местным жителям грозила опасность. Отвлекает врагов. Бери. Так, отвлекающий маневр у нас есть. Марк, пошли с нами. Пойдем.
Ну там кнопка была, мы же ее не нажимали. Так хочешь, я направо не заходил. А, все. Пойдем. Налево. Здесь мы были. А, ну вон вниз можно. Вон туда можно еще идти. Сюда мы пришли. А, ну, подожди, лянь, вниз. Здесь же тоже проход. А, не. Мы потом увидим. Сейчас разберемся. Я увидел. Все правильно, что ты бахнула. Все правильно. Вот сюда сейчас, а потом пойдем вниз, да. Опа, Люси уже, смотри, практикует. Люси с трудом сдерживала возбуждение, пока Маргарет терпеливо продолжала ее обучение. «Когда будет можно? Когда?» – продолжала спрашивать внучка. Для импульсивного и одаренного ребенка нет худшей доли, чем скучная учеба. Но огненному дитя все еще недостаточно опыта. Нет, это да, босс. Да, босс будет на третьем локации, а пока мест только лишь. Подожди. Убить цель может, да, сразу. Для ассасина это подходит. Ассасина. Так, вниз сейчас, а потом мы вернемся. Ага, золотишко заберем. Иди сюда. Надо было один оставить самоцветик. Светик, надо было оставить самоцветик. Чтобы ты жизни себе там восполнила, если что. А мы еще до босса не дошли. Ну как? Ну пока мне столько один с трех, понимаешь? Пойдем. Еще ну, будет вторая... два с трех. Да, да, да. Я имела в виду это, господи. Да, да, да. Какая нахуй разница? Ух ты, ёпси. Сразу такой наплыв. Ля там сразу этих здоровил. Забавно. Вот так вот, ярость. Ух! Ля, что он вытворяет под яростью. Сейчас повышусь. Отлично. Красиво. Иди сюда. Вот мудак. Ну, блин, зал пропустил два. Подожди. Сейчас, ладно, убьем, потом повышусь. Иди сюда пока. Ага. Так, два, да? Что мне нужно? Отправьте Кевина в тени. Так, перезарядка 25 секунд. А, Кевин дает волю ярости и входит в состояние бешенства. Длительность 8 секунд. Ага, а здесь перезарядка быстрее. Ага, это шквал ножей. 320% урона. Вот это сделаем. Ух ты. Члены семьи получают руны способностей Кевина. Классно. Поехали. Подожди, сейчас не бери пока. Ну, теперь можно. Опа, мгновенное убийство. Круто.
сильный враг. Блин, ты смотри, а? Что? Ага. Очень нужную вещь. О, а я теперь смогу призывать. Ты отвлекаешь? У тебя тотем с отвлеканием, а у меня с помощником. Опа. Сейчас завалю этих. Опа. Иди сюда. Гребаный мах. Блин. Ой, как же так вышло-то, а? Вот сюда. Я от цветка держусь подальше. Спасибо. Ух ты. Бляха. Пиздец. Убили? Да. Ух ты, долбануло по мне этот цветок. Ну, давай, во. Иди сюда. Опа. Еще и мах уже в придаче имеется, да? Ясно. Окей. Кстати, помогай, бро. Так, иди сюда. Сейчас. Стреляй уже, телец. И еще есть мах один. Все. Руну иди забери. Вниз крестик. О, маленьких бомб бери. Классная вещь, помнишь? Еще что? И все, это ты меняешь. Пойдем. Вниз нам. А там он выползает. Поэтому его забыли. Опа. Пойдем. Мы оттуда пришли, пойдем. Да-да-да, и вот сюда еще можно сходить. О, и тут
Ой, там кнопка. Ну, думаю, вверх, да, сначала надо идти. Бездушный камень, оживленный волей горного бога, его подарок матери зверей. Бабуля знала, что им придется одолеть его, чтобы попасть в покой Знайдай и узнать больше о том, что связывает их бога и скверну. Вон, смотри, это наш босс. Не, нормально, смотри, вот туда мы потом пойдем, да. Ну да, сначала на место, правильно. Так, сейчас посмотрю, может, что купить можно интересного. Отравляет попавших по вам врагов, нанося им периодический урон и снижая силу их атаки. Божья благодать. Появляется сундук. Божественная реликвия. Создает область, которая замедляет. Вы бросаете взрывчатку. Ясно. Вот это вещь. Но пока не бери перед боссом. Нет, я не беру. Пойдем. Жизни надо было взять, наверное, одну колбочку. Блин, а! Ну точно надо было взять. Вот чё я жадничал? Ну всё, опять слили опять. Давай. О, стреляй. Вот и всё, я оживляю. Чё ты это сразу сдаешься? Ну смотри, завалило, нечего делать. Пойдем жизни возьмем, а потом придем сюда. Ну его нафиг жадничать так. Божья благодать. Давай. Во. Отравляет попавших по вам врагов, нанося им периодический урон и снижая силу их атаки. Хорошая вещь. Одну оставлю. Пойдем. Сильный враг. Вот так. Вот сейчас я разнесу вас всех. Summoners in a circle. Surely nothing will come. Ух ты, бляха. Тебя убили? А. Блин, и меня. Неплохо. Все, теперь я нормального возьму чувака. 8 уровень взял. Надо было повысить Кевина. Люси пыталась убедить бабушку, что она может противостоять скверне в одиночку, хотя и сама в этом сомневалась. Люси, подрасти немного. Может, она и уговорила Маргарет, но Мари убедить не так-то просто. Мэри. Бабуля сказала бы, доверься детям, и убедила Мэри. Но Люси знала, что мать все равно будет тревожиться. Стоп.
не туда. Во. Всех беспокоил каменный страж Знайдай, с которым Бергсонам, вероятно, предстояло столкнуться. Огонь может повредить камень? Напряженно спросила Люси. Кевин думал о том же, но его мысли занимал сплав, из которого дядя Бен выковал кинжалы. Ясненько так. Ничего тут пока. Вся семья в сборе. Книга Рэй. Так, ну что, делаем. Да, делаем. Увеличиваем количество баблишка на 130%. Вот. И теперь будем вот что делать. Увеличит количество опыта, получаемое за победу над врагами. Класс. Опыт. Да. Древние знания. Достижения. 1300. Хорошо. Ну все. Так, Линда, у тебя почти уже 12-й скоро будет. Так, Джон 8-й, Кевин 8-й. 8-й, и все. Иду Марком. О, уже минус 14%. Марком я наоборот. Это имба. Я Люси хочу поиграть, она огненный мах. Наконец пришло ее время сразиться с настоящим врагом. Страх и предвкушение боролись у младшей дочери Бергсонов. Справится ли она с этим испытанием? Зажигалка ей не надо. Опа. Да ладно, с нами будешь мотаться? О, класс. Так, привыкаем вновь к Марку. Опа. Отдыхай. Ляна шустро стреляет огнем. Ничего себе. Ты ж дальнобойная, будешь потом Люси играть? Будешь повышать ее как раз. И ты будешь тоже дальнобойная, только еще круче. Класс. Да-да-да, ты будешь Люси. Ты же всегда, ну, нельзя двумя дальнобойными играть. Как раз Люси будешь прокачивать, а я вот этих пареньков. По-любому она тебе понравится, ты шо? Ну да. Такое чувство, что мы должны были проиграть пару раз, и нам Люси дали. Она должна была там потренироваться. Класс вообще. Опа. Ух ты. Опять этот обоссанный. А, ты хитро стала за стеночку, да? А меня что не позвала? Ну шо, угадаешь? Да. Да. Одна попытка. Подожди. Умничка. Ой, ой. А чем больше самоцветов, тем сильнее урон. Да? Нету. Нам вверх. Да. Текай. Да. Люси разрулила.
Сейчас грохнем ее. В первую очередь. Руна тебе, наверное, бери. Нет. А он лежит. О, замедляет врагов. Теперь твоя стрела огня стала ледяной. Неплохо. Ага. Руны они все крутые. Тут, блин, просто все именно хочется качать именно, но... Ага. Но никак. Это невозможно. Приходится что-то выбирать. О. Что-то уже мне. Магическая энергия. Так, это у нас броня. Тут как бы... Все надо, вот это классно так, так вообще. Надо ж так. А, мы оттуда тоже пришли, нам вверх. Любое улучшение классное и необходимое. Опа. Получилось, у меня получилось, закричала Люси, завидев бабушку. По гордой улыбке Маргарет, Люси поняла, что ее обучение завершено. Теперь ей нужно было вернуться домой, чтобы рассказать родней, положить конец ее тревогам. Да. Стоп. Ага, это ближний бой надо. Метнуть топор во время. Подожди, здесь надо глянуть, может что-то разбить. Не, нельзя, погнали. Получается, да. Все-таки Люси нас покинула. Но вполне возможно, что в следующей... Когда... легче было. Ну, понятно. Вполне возможно просто, что мы потом сможем ее выбрать. Вернее, ты ее возьмешь, как раз Линда и так. О, Линда скоро повысится, это классно. Как раз и можно покормить, чтобы она отдохнула. Шаолинский монах на месте. Опа! Наш монах повысился. Смотри, сильный враг идет. Фигарь со всех именно пушек. Или текай. Давай, тактическое отступление. Видишь, их много, но главное его убить. Да, жди, чтоб перезарядилась и херячь. Это самое важное. Опа! Против свирепости. Уменьшает получаемый урон. Ну, класс. Все, пойдем, иди, отойдем, я посмотрю. Сейчас. Еще дружище идет. Да, смотрим. Один навык. Ага. Да, да. Подвижность. Шкала у ворота у всех заполняется быстрее. Так. Увеличивает дальность основных атак Марка, что позволяет ему делать рывок на большее расстояние. Или же... Ага, ярость открыть, да? Все, открываю пока ярость. А потом вот это. Погнали. Вверх, вниз, куда? Давай. Опа. Держи.
Бери, а не мне подходит. Во, Линда, давай тебя повысим. Ну, нашел время. Нормальное время. Никто там не мешает нам. Так, две. Сейчас глянем, что лучше. Ярость стража повышает скорость передвижения и вероятность крит удара Линды на 115. Или время оглушения дольше, когда ты делаешь вот этот удар. Давай, наверное, оглушение сделаем. Или что тут еще есть? Сейчас. Когда Линда неподвижна, наносимый урон увеличивается с каждой выпущенной стрелой. А, здесь надо 3 уже, да? Ага, это ярость. Все, значит, пока весь вот это. Стоп, что это? Линда тратит меньше выносливости, передвижения, стрельбу, поэтому может сражаться дольше. Ага. Ну давай вот эту гармонию сделаем. Это как раз пассивка. Держи. И погнали. Со здоровьем печаль. О! Фигня полная, блин. Текаем. Иди сюда, тактическое отступление. Вот так вот отступили. Ай! Так, надо здоровье поднять. Ава. Этот шустрый парень, держи. Есть. Выжили. Бери руну. Отбрасывает врагов и может их оглушить. Класс. Давай, херячь его. Бля, глушит. Ага, класс. Во, вот это у тебя вещичка. Да? О, опыт увеличим и поехали. Хер тебе. Да заебало. Да все, я убрал эту семечку. Ебать, она даже когда не встает. Так конечно, она там между ног бегает. А, вот что он делает. Он призывает бесенков. Давай, тактическое отступление и поехали. Останавливайся. Оглушим. Вот так вот. Неплохо. Тактическое отступление — это все. Так, подожди, пойдем сейчас вниз, еще там руна есть. Надо будет забрать. Пиздец. Да, именно так.
Ты. Опа, один призывает, второй ставит неприятную поверхность. Ух ты, ты смотри как. Отнял здоровье. Отдыхай. Так, сейчас вниз сходим. О, привет, Грозный. Привет. Я потом в ДС посмотрю именно, что ты там за микро себе решил брать. А ты уже приехал, Грозный? Мы сегодня что там, в серьезный Сэм играем? А ну, иди сюда. Какие Сэмы, алло? Мы втроем хотим сыгрануть. Страш, Грозный, я. Опять, ага, вот он, маг стоит. Ага, приедешь. Ну, вечером приедешь, а играть будешь? Или тебе будет не до игр? Ну, можно, в принципе, и завтра, слушай. Такой барьер непреодолим для злых намерений. Ладно, потом определимся. О, создает водоворот, класс. Хоть херню эту скину. Иди, возьми, пока у тебя ничего нет, хотя бы вот эту. Хотя ты знаешь, такая отсюда. Это ты мог. А ну, идите сюда. Алло. Сиди, хорошо повылазим. Потом, Грозный, значит, определимся. О. Сегодня или завтра поиграем. Вверх. Не вздумай. Где я вообще? Так, надо сделать ярость. Ух ты, ля, что он делает на ярости. Ху-ху. Ля. Он отпихивает все и... Ух ты, блин, сейчас грохнут меня. Да, засал. Я умерла, я умерла. Ух. Пока еще я живой. Я так двух боссов убил. Тактическими отступлениями. Тихо. Тихо. Ты смотри, мальки что вытворяют, а? Кто стреляет? Нельзя так делать. Конечно, она испугалась именно тут. Хуй-хуй! Конечно. Сейчас помедитирую немножко. Уже поехал. Хорошей дороги. Вот, вот это классная вещь. Что, тебя тоже затягивает? Забавно. И их все в кучу собираем, и ты вот это игреком. Ба! Ага. Ух ты! Цветок! Ну, классно. Так, обоссанный. Текаем нафиг, а? Вот так вот. Ой, ой-ой-ой, да ладно. Вы так щедры. Вогнали. Ага, кнопка. Ну куда идем? Давай, выбирай. Ну что, ну давай сюда. Ну давай. Потом сюда. Потом. Да, потом. Yeah.
Так, смотри, что продается у нас, посмотрим. Ну, самоцветы у меня всего два, поэтому я только куплю здоровье. Погнали. Перед боссом. Ой, еще долго до босса. Ниже опустись чуть-чуть. Тут такая толстая, не пролазишь. А иди давай! Заебало застревать. Оба! Всех собрали в кучу, потом оглушил. Да! Монах это имба! На данный момент. Так, надо тебе будет потом самоцветик оставить один, чтобы ты купила тоже себе колбочку здоровья. Без тебя туго. Нет! Не хочу я домой. Ну, просто это ж наш питомец будет, если да, поймаем, я понимаешь? Я понимаю, ну, и достижение. Давай, вот, давали. Давай. Только смотри, ты должна просто бежать по следам. Хорошо, все, все. Просто видишь? Просто видишь, как плохо. Если ты ляжешь, я уже дальше не смогу его догонять. Да ну я вообще. Смотри, он вызывает, его надо его сразу фиарить, чтобы он не вызывал этих бесенков. Гребаны. Я труп обыскал. Нет! Прям по шипам, погнали. Ого, их тут! Вот так вот. Сюда, сюда! Давай, давай! Вот это сейчас будет круто. Теряч. И я сейчас кнутом тоже буду. На. Ну. Иди сюда, бела. Ловим. Ля там золотишко, ё-моё. А, я опять самоцвет стырил. Ладно. Еще найдем. О, иди самоцвет бери. А вон он лежит. Зеленый, вот. Вот для меня. Нет, с другой стороны. Вот здесь, вот. Во. Забрала. Давай, это. Сюда. Давай. Милость Рэй может свершить невозможное. Вот и все, что она прошептала. Знание реликвии разблокировано. Скоро все будет разблокировано. Погнали. Зачем я его взял? Так, вверх. Угу. Теперь вниз там. А, это ж... Так, ну ты готова побегать? Давай попробуем. Оно не всегда выпадает. Просто не боись и просто беги. За мной по следам. Белага странная снова хочет сыграть в кошки-птички. Используя РБ свое, ты сможешь крутиться чаще, вот эту штуку.
и побежали. Бежим, бежим. Если шо, кувыркайся просто. Давай, здесь нас не зацепят. Шо, поймали? В восторге от погони она признала свое поражение. Вот так. Давай, к нам идешь? Ой, что так ярко? Опа, яйцо. Вот где эти яйца, чтобы... Загадочное яйцо. Это чтобы вылечиться от скверны. Можно еще? Нет, это мы назад вернемся. Вот, да, конечно. Вот, вот так вот и все, что надо от нас. Вот что от нас требовалось. Вот где яйца так, можно получать. Выполнили. Да, выполнили. Там, да. Может, не с первого раза. Нам, не сюда нам, пойдем. Как это не сюда? Ну, нам туда дальше, помнишь? Вниз и назад мы возвращаем. Здесь мы уже все сделали. Вон, мы туда идем. Торговец там где и дальше к боссу. Ну, вернее, на вторую часть. Так, погодь. 400. Не, не надо ничего покупать, пойдем. Ой, это эти обезьяны будут гориллу этот прыгать. А, это только вторая часть. Да. Господи. Нет, это уже 3 с 3. Да? Да. И уже мы идем к боссу. Хорошо. Сейчас будет, то есть, весело. Большой, да? И еще и сильный. Нет. А мы тупо. Стрелок, блядь! Не дали ничего ему сделать. Ага. Держи. Держи. Ля их там у нас. Круто, круто. Ой, девы, там есть. Сейчас, подожди, пусть у меня перезарядится орб. Всех засосет. Все, пойдем вниз. Разорвав круг, можно остановить ритуал. Появился новый претендент. Опа, красный какой-то. Интересно. Это типа еще сильнее враг, чем желтый, да? Ебать, нет, нет. Давай туда, назад. Там вроде бы синие, они не смогут пройти. Вот сюда, сюда. Нет. Не, нет у него ничего, ладно. Прикольно, появился новый враг. Красный. То желтый именно опасность, а это красный. То есть еще сильнее, естественно. Лег. Сюда надо, можно. Ебать! Сейчас. Да ёбаный в рот! Не успела. Ну что, прикалывается? Ля-ля, текает? Куда ты текаешь там? Не смеши. О! Ну давай. Two hit ferocious creatures. It was the lady or the tiger. Ух ты, гад, попал. Где моя броня, а? Скажите, пожалуйста. О, появилась броня. Окей. Еще раз? Не, уже нельзя. Это только была не была. Да. Опа, смотри.
Ясное дело, тут же уже 3 из 3, тут и босс, поэтому тут самые крутые ребята. И даже первый раз увидели врага сильного, красного. Нет, вставай. Не, нам не надо вверх. Пойдем, мы сначала низ осматриваем. Вот он выпускает. А! Свою фигню. Ух ты, их тут 3, блин! Сейчас я их, чтобы засосала, давай. А, далековато, да? Да, блядь, ну сука, ну. Успел убить. Погнали. Смотрим вниз. Ничего, пойдем. Все, вверх теперь. Золотишко. Сейчас заберу, о. Открываем, втекаем. Ля, я их отравил. Класс. О, серьезно, кольцо регенерации. Класс. Глянь, постоянно регенит жизни. Ну теперь точно мы завалим босса. У меня имбовская вещь. А ну давай вас затянем. Бля, никуда не денутся. Они стоят, а ты их херячишь спокойно. Класс. Так, скорость возьмем. Еще вверх идти, а можно в бок. Вот сюда, ага, давай в бок. Там, наверное, тоже кнопка. Нет, это усиление. Давай, бери, будешь отравлять врагов. Застряла. Бабуля упала, и что такое с ней? Так, засасывает и начинает фигарить. Как там бабуля грозная, в порядке? Не, у грозного бабушка упала. Надеюсь, в порядке. Так, сильный враг. Сейчас перезаряд, да, давай отойдем. Ой, блядь. Вот так вот. Вот так вот. И херяч. Я глушу. Давай потом.
Давай. Не, нам еще в ту сторону сходить. Да-да-да, я знаю. Да, пойдем. Где ты там? Здесь. Ух ты. Я что, исчез? Так, всех засасываем и херячим. Отлично. Ух ты. Прекрасно. Тихо-тихо, все будет хорошо. А, сука. Она упала и кричала, что виновата корона. Корона, бро. А, ну да. Блин. Во. Смотри, скверно, расстреливай ее. Ты уже лежишь, да что ж такое? А, беги, беги. Они так и будут выходить, надо убить вот эту фигню. Красный, то есть сильный. О, стойкость ты вовремя взяла. Ай! Где ну. Я, блядь? А, вот он я, все. Я тоже, видно, чуть потерял себя. Все, давай, отступаем немного, иди. Давай, отступаем. Иди сюда. Там же вверх, да, вроде бы, и там. Еще выше. Еще выше. А, не, это не надо туда. Все, валим потихоньку. Сейчас водоворот. О, надо бы использовать. А, да? Вот так вот. Бля, какой он сильный, крепкий парень, а? Вот так вот. Пойдем здесь. Видишь как, тактическое отступление и порядок. Не пойдем мы это догонять ту курицу, не в этот раз, потому что у меня регенерация, у меня классная фишка. Пойдем босса валить. А, курицу мы всегда встретим, которая там бегает. Итак, яйцо пока одно есть и хватит. Опа, смотри, еще один сильный. Херяч. Ай, не набралось ничего пока. Сейчас я их уберу. Шо у меня уклонение не набирается? Сука. Блин! Пиздец, ну как? Немного тебе ехать. Часа полтора. 66 километров. А. Даже, ну, смотря как ехать, конечно. Можно и быстро. Занесло. Так, загадочное яйцо нашли. Опа. Теперь огненное дитя было готово. И Светик, и ты готовься. Люси в твоем распоряжении сейчас будет. Ну, я же говорю, так, в среднем полтора часа. Так. Люси доступна при выборе персонажа. Она еще ребенок, но уже готова стать стражем.
Блин, такую маленькую девочку выпускают сражаться с монстрами. Что ж это за родители-то такие? Разблокировано улучшение знания и улучшение мудрость. Да, и мы спасли волчонка. Он уже выехал, да? Да, уже едет. Грозно, это ты что, выехал и нас смотришь? Чтоб не так скучно было. Так. Увеличивает количество опыта, получаемое за победу над врагами. 120%. Да. И 2200 надо будет насобирать. Сейчас посмотрю, вот они поболтают. Герои из древних легенд часто выше повседневных хлопот. Но не все герои находят время, чтобы собраться за обедом и обсудить что-то помимо войны и дурных предзнаменований. Они находят еще клепать новых героев, так что они на все находят время. О, да, он говорит, угу. Время коротает. Ты ж видишь? Герои, да? Новых героев клепают. Люси молодая идет с монстрами воевать. Убьют. Нового героя сделаем. Не знаю, я в дороге люблю музыку слушать. Хотя так как мы с Юрой ездим, то послушаешь. Там наушники, блядь, вылетают. И мы, блядь, с этих сидений. Так. Бери Люси. Беру. Опа. Будешь ее повышать. Так, а теперь смотри, у нас еще закрыто два героя. А может и три? Не, ну два пока. Ну смотри, видишь? Нет, два. На руках. У кого? Так, два героя закрыто. Один с молотом. Ну, ладно, давай. И мах. Это что, Бен и Маргарет? Ладно, посмотрим. Так, Марк, 6-й уровень. Снять осквернение. Да, снимаем. Опа, и Марк здоров. Пока не хотят. О, у такси там музыка с 90-х. Так это ж круто. Не, так я свою музыку слушаю в наушниках. Своя как-то лучше будет, чем ихний трипер, который играет. Особенно там порой шансон играет. Так, 12-й Линда. Не надо Джон мне такой 8-й, Кевин 8-й. Давай, это поехали. Сейчас 12, 8, 8. И Марка Акачу. Да, поехали. А у тебя нулевой, так что аккуратненько там да сзади сиди. Стой. Слышь. У тебя нулевой уровень, будешь ее поднимать. Не, ну сейчас хорошо, видишь, таксисты и молодые есть, поэтому у них современный музон еще играет. Подожди сейчас. Люси не умеет стрелять во время движения. Пока она стоит на месте и ведет огонь, скорость ее атаки увеличивается. А также появляются угольки-помощники. Некоторые способности Люси расходуют ману, которая восстанавливается со временем. Чтобы продолжить, нажмите А. Нажимай. Ну круто, а ну постреляй, ты с места как расстреляй. Отлично, ну да. Тоже дальнобой. И шустренькая. Ага, у меня никакого еще нет, только стреляю. Да, только стреляешь. Погнали. Ну ладно, можно. Ну конечно, тетя Люси качать. Так, втекаем. Ого, ебать, она рыбки делает. Ну видишь, она все, у нее все магическое. Конечно, она лучше лучница, тетя, это... Так ты лянь, какие рыбки, ля. Хуй знает куда, на ту карту аж. Да, оп. Ой, класс. У тебя тоже теперь имба. И плюс это, она же еще не прокачана. И скорость ее атаки увеличивается пока. Давай, это на память. А нет. Ну да. Ёб твою мать. Еще раз можно? Да. Эй, ой, блин, я случайно наступил. Вторая и четвертая неправильно. Первая или третья, будешь знать. Да, бляха, я так исчезну, сейчас. Мне нравится, что у нее резкие рывки. Так
какая ты там говорил, вторая и третья? Первая и третья, это правильно. Первая и третья. Или правильно. Первая или третья. Ну давай с первой. Так. Давай третья. Блин, вот это испытание, меня грохнули, писец. Сдохнешь, тикай. Сегодня, а? Служи этой. Он сдохнется? Наконец-то. Подними меня. Сейчас. Оп. Left 4 Dead 2 на одном компе пытались играть. А что, Left 4 Dead это можно? Да, какую мы там нажимали? Первая подходит, да, ты говоришь? Первая под... Ну ты ж заходила. Блять. Вот сейчас. Все, не помню. Так, все, ладно, стой. Первая. Так. Но! Блин! Я же думала, что лезть? Да потому что ты же забыла вообще, что ты нажимала, что нет. И получается как бы слушай, за... Слушай, а ты где за... был? Я должна одна, что помню? Походу я там был. Так, но! Первая, вторая... Блин! Все, и... первая, первая, четвертая, ясно. Это начало. Где я? Я исчезла, да? Да. Так, первая. Четвертая. Четвертая. Давай теперь ты дальше. Я думаю. Третью давай. О! А у тебя геймпад от Xbox 360 есть? Что это? Давай, спутник, который сражается на твоей стороне. Вызывай его сразу. А, он и так с нами всегда. Все. Погнали. Погнали. О. У тебя, конечно, ты честно, что у тебя сейчас просто ни одного умения нема. Но будет. Ага. Да ебать! Завтыкала! Кстати, на одном компе можно играть и в серьезный Сэм 3. Тоже можно на одном компьютере, там разделение экрана будет. И тоже можешь с сестрой поиграть. А я повысил. Да, ты повысил. Сейчас будем тебя повышать. Сначала убьем всех. И я повысился. Давай неплохо. Сюда зайдем. Вон. Нас тут никто не тронет. Иди сюда. Ну потому что ты в дороге, вот он у тебя и пропадает. Связь-то прыгает. А, ну да. В дороге обычно вообще интернета нет. Ну, это местами, смотря где едешь. Так, смотрим, что у тебя имеется. Смотри. Люси создает около себя смерч, который притягивает врагов и наносит им урон. Второе. Это как раз у тебя на Y. Если Люси остается невредимой 8 секунд, ее окружает магический барьер, который поглотит следующий урон. Ага. Нет, давай первый сначала. Ну да, сначала вот этот вихрь, давай посмотрим на него. Ну потом посмотрим. Сейчас тогда я тоже прокачаю, у меня 2 теперь имеется, вот как раз. И увеличивает дальность основных атак Марка, что позволяет ему делать рывок на большее расстояние. О, прекрасно. Делаем. Еще до... А, я даже не повысил еще капачку, когда надо было одно использовать. Так. Пока все закрыто. И надо 2. Ага, все. Погнали. Я теперь не знаю, куда нам идти. Вот сюда.
Так, самоцветов у нас нет. Сильный враг. Давай, попробуй вихрь свой сделать. Я уже сделала там. Да? Да. Не успел заценить. Куда самоцвет стырила? Ну открывай тогда. Что ты там взяла? Сокращает перезарядку всех способностей. Мне бы одолжила. А как тебе игруха, Грозный? Children of Morta. Ну, что мы играем сейчас со Светой. Мне зашла. Не знаю, как кому. Так, это берем. Погнали направо. Подожди, мы там точно все. Не-не, мы здесь как бы все обшмонали, облазили. Да, вот ей нельзя, видишь, идти одновременно стрелять. Нет, а нет, она. Нет, она с места только стреляет. А и не надо именно что-то бегать. Давай и стрелять. Сюда. У тебя же есть тем более защитные ауры, ты будешь стоять, а они тебе ничего не смогут сделать. Умение. Ля, класс. О, вихрь рулит. Так, здоровья у тебя мало, так что если что, я тебя подниму. Ну это понятно, у тебя и уровень какой. О, здоровье подувеличили. А, самоцветиков нету. Бери. Ага. Ух ты. Опа, лядь, ты теперь повышаться будешь только так сейчас. В этом весь и кайф. Сейчас будем увеличить. Усиливать тебя. Так, иди сюда. Подойди. Все, все, все. Остановись. Так, ну пока тебе делаем вот это. Если Люси остается невредимой 8 секунд, ее окружает магический барьер, который поглотит следующий урон. Число сфер 1. Классно. Держи. Обыщем. О, самоцвет. Сейчас пойдем откроем сразу. Тебя нету самоцвет. А вот это что такое красное? Баблишечка. Блин, застрял. Ай, хорошо дала. Поднимись чуть повыше, Люси. Эй, Люси. Это маг. Люська, иди ко мне. Ты ага. БГ. Текай. Ай, бляха. Были, все. Были. Ну, я проверяю. Не лети, а то успеешь. Я сейчас к этому очень серьезно отношусь. Ух ты, ну, молодец, а ну подожди. О! О, шо, о, мне надо шо. Больше баблишка получа. Вон у тебя два бафа стоит, у меня только один. Два с трех. Да, все, погнали сюда. Да. Шо, типа миссия 2 с 3? Да. У меня тогда была имбовская именно вещь, баф, регенерация жизни. Вот тогда можно было проходить, а сейчас уже будет тяжелее. Что, давай. Ага, тут никто
Да. Ты чё? Это кто посмелый? Ты, блядь. Алёш. Ой, блядь, блядь. Я ж не знаю, пойдем ниже. Ну сейчас, да? Ух ты. О! Ты знаешь, если что, тактическое отступление. Текай! Все, сильно. Потекаем, текаем, пойдем. Там вроде бы. Нет. Ну, узкий проход, по крайней мере, нам поможет. И оглушение вот этого. Заколебало обсыкаться. Ай-яй-яй, текай. Да нормально все, че ты попантуешься? Че, не кипишу. Где это? Ай, блядь! Вокруг шум. Пусть. Так, всё, ничего. Ты опять повысилась. Давай потом. У тебя получается. Надо сразу. Это какие сразу? О. А там штыри, всё. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Ух ты, ё-моё. Ой, вот эта вещь тоже классная. Всех в кучу собирает. Так. Слышь ты, блядь, попасть не могу. А он внизу еще, ты смотри, там тварь. Как, кстати, вот эта вещь? Кирилл, ну я не вижу, там лучше, ты лазишь где-то. Потом возьмем. Так, самоцветов у нас нема. Давай, давай. Так, нет, не нажимай. Не нажимаю. Давай. Давай, обойдем. Иди сюда. Подожди, иди сюда. На шипы отойдишь ты. Так. Во. Идем. Опа, предмет играет в мяч. О, все, детишки будут в мяч играться. То есть нам тут ничего не надо? Мы мячик нашли, это ну, важно. Так, стой, остановись, а ну дай я посмотрю, могу я что-нибудь тебе качнуть? Нет, пока держи. Все, по два ехать. Да, вниз сейчас. Ага, нормально, погнали. Еще можно сейчас тоже вниз вот здесь спуститься. Надо обойти, чтобы глянуть, что там зашло. Можно вверх. А там же уже кнопку где-то мы находили. Сверху вроде бы как. Нет, внизу. Да это куда ты идешь назад? А, да? Да, нам вверх. Че орешь? Ты не ори. Никто не орет. Я говорю, вверх и вниз нам идти. Все. Ты заблудилась, иди за мной тогда. Вот. Опа, вторая. Ага, ля, тут еще есть и две. Пойдем. Круто. Так, нам не сюда. Вот сюда, пойдем. Там тупик. Вот сюда нам. Сначала всех точно вот так вот, а потом туда гранаточку. Забирай, руна тебе. Ага, угольки теперь отбрасывают врагов, так что финти. А ну подожди. Ну на, ну нас пиздят. Я потом. Это пауза. Смотри.
пиздят. Алло. Я потом переигрывать не буду. Ага. Ну шо, пауза. Я переигрывать не буду. Так, подождите минутку. Сейчас перекурим. Так, подожди. Шейла, мне нужна твоя помощь. Приди не ради меня, но ради семьи. Ради Мэри и ее детей. Так Бен закончил письмо. Опа, Шейла, это наш следующий новый перс. Да? В сомнениях он размышлял о своих отношениях с воительницей. Со вспыльчивой, несгибаемой Шейлой. Почему они разошлись? На этот вопрос у него до сих пор не было ответа. Любимая, с которой у них не срослось. Бухать надо было меньше, Бен. Так. В доме Бергсонов появился новый сувенир. Все, ребят, сейчас минуточку и мы продолжим. Сделаем еще заходик и все. Несправедливо нас убили. Звоночек надо было сбегать. Ой, ты смотри, в этой игре нет паузы. Что за дела? Нажал на паузу, а нас грохнули. Ну ладно. Хорошо. Так, еще заходик сделаем. На сегодня хватит. Потом продолжим. Так, что мы можем сделать? Эх. О!
Вот что можем. Увеличивает количество опыта на 130%. О, иди сюда. Прекрасно. Угу. Так, уже у нас открыто руны. Ну, это вот-вот. Дает вторую ячейку для божественных реликвий и сокращает их перезарядку. Ага. Еще и можно перезарядку уменьшить. Блин, ну тут надо ж так, что здесь, что здесь. Нужно тупо все. Надо же так. Глаза разбегаются. Ладно. Потихонечку будем делать все, что можно. Так, здесь три, здесь три. Все, по три пока хватит. Шестьсот пятьдесят, чуть-чуть не хватило. Надо же так. Повышает шанс Бергсона полностью уклониться от вражеской атаки. Ну давай. Сделаем хоть на один. Пока хватит. Так, значит, теперь у нас и количество баблишка на 130% повышено, и опыт повышен на 130%. Неплохо. Окей. Так, ничего там не происходит интересного? Нет, да? Ладно. Уже третий Люси. Поехали. Ой, а эта вещь у тебя шикарная. Она собирает их все в кучу. И их удобно раздуплять. Класс. Маленькая девочка, да удаленькая. Долго ты будешь стоять? Нифига себе, их тут расплодилось. Вы чего? Прикалываетесь, чешу? Обходим. Пробиваем. Давай понизу, да, наверное? Раскатывай. Первое. Ага. Опа, испытания пошли. Надо бы его пройти. Так, хорошо, хорошо. Вот так вот. Идите сюда. Неплохо.
спокойно. Вторая волна. Готово. Еще мах есть. Да, вот он. И сюда. Все. Давайте повысим. Волна третья. Да вы чего? Ага, еще один мах. Сейчас его крохнем. Вот так. И смотри, тут подкрепление у них. Ай. Спасибо. Так, а ну. Давай сейчас тебя усилим. Так, две у тебя. Вихрь усилим. Давай. Опа, и у тебя появилась новая. Держи, держи. Новые умения потом можно будет делать. А, подожди, да. Появилась, я ж не прочитал. Вот. Это общее. Все члены семьи учатся у Люси не обращать внимания на тьму. При входе в подземелье у членов семьи есть один дополнительный самоцвет. Хо-хо, класс. Пойдем. Ля, и просто по самоцвету появилось. Вот это умение. Так, стоп, мы все? Да, 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 да. Вот. Да. Чуть не пропустили, да? Просто у нас не было самоцвета, поэтому мы прошли мимо. Реально класс умение, вот видишь, что значит общее. И теперь круто, что вот мы как бы двумя играем новыми, да, и как раз их нужно прокачивать. И плюс они крутые. А потом еще Шейла появится. С копьем, наверное, именно. Амазонка какая-нибудь. Посмотрим. Да, давай, не были, иди сюда. Ну, все. Пробегаем, вниз, ну, давай. Втекаем. Че, херел, за текстурами стал именно. И шаманит. Опа. Вот это херово. Тут обоссаны, текаем аккуратно. Ты смотри, удар и лужа, а. Все. Пробегаем, беги. Стой. Вот так вот сделаем. Опа. Давай, бери тотемчик. Будешь отвлекать врагов. Все лучшее девушкам.
Погнали. Котента имба. На подходе нечто зловещее. А, я думал, их тут много. Опа, ты смотри, что они тут делают. Сатанюги гребаные. Ай, бляха, текай нафиг, меня грохнули. Только ты далеко не убежишь. Да, молодец, вот так давай финти. Где вихрь твой? Во. Пиздец их. Тихо, тихо, тихо. Во, вихрь у тебя имба, еще один летит. Кай. Давай, блядь, быстрее. Текай. Твою мать. Ты смотри, иди его грохни. Не дают. Вниз нажми крестик, кстати. Все, пинти. Да иди убивай. Да сейчас убью. Что не видишь, что ты не воскресишь меня. Вот теперь можно. Ух ты, ё-моё. Во. Ай-яй-яй, да как же ж такое могло... Опа. Да ладно, блин. Стреляй, стреляй, все нормально. Жизни не бери, сначала меня воскреси. Подожди меня, блядь, что-то грохнет. У тебя все нормально с жизнями, играй. Обойди колбочку. Все. Так. Все, понятно, ладно. Понятно, хотя ты что хотел, третий уровень играть. Опа. Глупо ожидать ответа на незаданный вопрос. И все же ожидание тяготило душу Бена. Может, ему стоит отправиться в Терра-Лаву к Шейле? Тяжелое решение, которое стало еще тяжелее после стольких лет пьянства. Так а в письме что написано было, хоть бы сказал Бен. Вот секретный парень, а? Ладно. Так, увеличим урон. Обязательно. И шанс уклонения. Вот так вот. Да, все, порядок. А на сегодня все. Всем спасибо и пока. Всем пока.